Всем привет! Сегодня у нас понедельник, 17 января, время 12:30. Мы выезжаем. Так, 12:30 это у нас в Новосибирске, по Челябинскому время 10:30. Мы проснулись, выехали, купили себе колу в дорогу и сейчас стартуем. Сейчас будем проезжать как раз горы Уральские. Нужно будет добраться до Казани сегодня, постараться. По-хорошему, вообще до Нижнего Новгорода. Осталось нам ехать до Москвы 1800. Но 1800 мы не потянем за раз. Вот, тяжеловато будет, конечно. Хотя едем вдвоем, по очереди меняемся. Но все равно тяжко-тяжко. Вот. Сейчас стартуем на заправочку и едем дальше. Вам приятного просмотра, не забывайте подписываться на канал. Кстати, в Инстаграме я стараюсь истории по возможности пилить, там, рассказывать те, как, что, поэтому тоже подписывайтесь. Ну и приятного просмотра. Остановились на заправке Опти, после гор сразу. У нас за литр 51-65, 95-й. Вот этот самый. Это жесть. Мужики, нужно быть аккуратнее. Это трэш. Вообще жесть. Надеюсь, все живы. Теперь пробка с этой стороны будет. Так, мы-то уже можем в реку выключить. Это все, это тут пока не растянут. Ничего, мужики прилипли. Ну правильно, тут самое время фары попридирать. Это вообще нереально. Unreal какой-то. Едем, короче, потихонечку, маленечку, не спешим никуда. Страшно все это дело, страшно. Едем так уже, наверное, минут 20-15. Скорость 80-90. Ну, то есть у нас дорога свободна. Пробка все не кончается. Первый раз вижу столько фур в одном месте. Это прям вообще какая-то дичь. Я не знаю, когда они проедут эти горы. Потому что, ну, это нереально. Там они все, вот там вот еще все есть, фуры. Так, периодически легковушки это проезжают, то вот так же, как и мы, да, мимо фур, короче, проезжали по встречке. Также и здесь. Гаишники только-только проехали. То есть пока это там все еще разрулится. Ну вот так вот там парниша по встречке едет. Вот мы также всех обгоняли, все фуры. Это прям дичь какая-то. Там нереально. А, вот тут. Ну, пробка кончилась, нифига себе. Это что, там фура лежит, что ли? Я не знаю. Походу, фура лежит. Трасса – это вообще опасная история. Фура в натуре лежит. Офигеть. Походу, еще и недавно свинтил. Мужики ремонт делают. Короче, трасса – дело такое опасное, ё-моё. Все едут. Мы вот так уже едем 6 часов 25 минут. То есть, ну, это еще часть гор, наверное. 6 часов 25 минут, 353 километра. Вот с Челябинска мы проехали 6 часов. Это прям дичь какая-то. Мы проехали Уфу. Водой сейчас сел за руль. Будет настраивать, ну, настраивается, не знаю, настроился уже, не настроился. Сиденье себе уже минут 5 настраивает, настроить минут не 5, может. Ага, да иди в задницу, кинь минут 5, господи, прошу. Присигнулся, не забудь. Все, сейчас это. Стартуем. Надеюсь, до Казани доедем. Время, кстати, Новосибирская стоит. По Москве времени сейчас уже. Ой, не по Москве, по местному. Это не Новосибирская. Да, это вот это новосибирское время. А по местному, короче, время 18:48. Вот сейчас стартуем. Залил омывайку себе, полный бачок, помыл фары. Все, едем. Заехали в Чебоксары. Сейчас время у нас уже 2:48.
пути уже 17 часов 35 минут. Нормально. Вот сейчас едем на заправочку, заправляемся и отдыхать. Завтра уже, надеюсь, доедем до Москвы. Город пустой. Заправились наконец-таки. А то запас хода оставался 30 километров. 64 литра. Бенз по 51 рублю почти. Без копейки. Сейчас где-нибудь тут встанем, поспим пару часиков. Может, побольше. Как попрет. И поедем дальше. Мы остановились на заправке. Заправились. Сейчас ляжем отдыхать. Проехали мы 1179 километров. Это 18 часов у нас занял этот путь. В принципе, могли бы и быстрее, если бы не вот это вот катавасия в горах, когда там вот это вот ДТП, вот эта вся история. Получилось то, что вот проехали всего 1179, хотя вчера проехали 1600 почти. Но вчера и на 4 часа дольше ехали. Но нам осталось ехать не так много, порядка 600 километров до точки назначения, до Москвы. И завтра уже поедем. Сейчас поспим маленько. И завтра уже поедем с утречка. Средний расход получился 6,6. Я даже не знаю, что еще рассказать. Короче, дико устали. Время 3:20. Ложимся спать. Пока.